Да, мы сделали все, что могли. Дальше идти невозможно. Я тоже так думаю. И все-таки в этом году я должен быть на Чукотке. А весной, Николай Иванович, я жду вас в Лорене. Никита Сергеевич! Никита Сергеевич, снаряжение на нартах упаковано. Ничего не забыл? Нет. А мотор для лодки? Ну, это уж он не забудет. Когда вы собираетесь покинуть корабль? Завтра утром мы отправляемся в путь. Вот так. Желаем удачи! Андрюша! Руха! Чигит, поехали строить снежный дом. Теперь Ая будет долго сторожить приманку, пока не придет удача. Тарам! Thank you.
Семена Дежнева, достигшего крайней северо-восточной точки Азии в 1648 году. Подумать только, 3 века тому назад. Мне кажется, что здесь конец мира. Дальше Америка. Старый и новый свет. Нет, Андрюша, старый и новый мир. И на рубеже вот этот памятник. О, как гудит. Хорошо, хорошо гудит, Андрюша. Таган! Сын Валя и стойбище Макай. Ты что здесь делал? Здесь мои капканы. Я дрался с волком. Он хотел забрать моих лисиц. Кому ты продаешь своих лисиц? Американо Чарли. Он живет в стойбище Ларе. Данным ностром котидиану дано быть сход. Отземите ноги, девите ностром сику, эт ноги на трубу, девиторибус, ностром свет на нос, инну красным сенсационом, сеть либеры, но самарин,
Амон. Рультина. Подожди. Мне было плохо ночью. Я болен. 20 лет ты моя жена. За все это время ты не сказала 10 слов. Ну что ты молчишь? Убирайся к дьяволу. Детей пришли. О, Фрэнки, Фрэнки, сын мой. Идите, идите. Смотрите, вот это ваш брат. Зовут его Фрэнк. Я никогда еще вам о нем не рассказывал, смотрите. А живет он в Америке. Вот, смотрите. Мэри, ты хочешь в Америку? А ты, Бен? Уйди вон отсюда! Вон отсюда! Уйди вон отсюда! Алитет? Алитет. Чем напустил собак на мою упряжку? А ты не ставь их на моей дороге. Кто это? Это Тигрена, Сьяна Рекинот. Она сама на чулене в охоту ходит. Хорошая жена будет. Она невеста Ае с детства. Эй! Иди сюда! Айе? Ты Грена, сегодня большой торговый день будет. Я поймал 2 лисиц. Я дрался с волком. А ты убил его? Да, я убил его. Ты сильный, храбрый охотник, Айе. Мне Чарли даст 2 ружья за лисиц. За каждую шкурку ружье. Мне ружье, тебе ружье. Тогда будет большая охота. У нас будет жир, мясо, шкурки. Я возьму тебя в свою яранку, Тигрена. Я жду этот день, Айе. Только Чарли не даст 2 ружья. Чарли будет сердиться. Я тоже буду сердиться. Даст. Так сказал русский начальник. Какой русский начальник? Один большой, бородатый, другой без бороды. Они спасли меня от смерти. Мы не спали всю ночь. Они такое говорили. Они ездят по тундре. Они рассказали мне, там на большой русской земле была война. Бедные дрались с богатыми. Богатых прогнали. Вот такие, как мы, бедные охотники, сами стали начальниками жизни. Они сказали, что все люди равны. Белые, желтые, черные. Они сказали, что привезли новый закон жизни, новый закон торговли, новый закон политета поставить низко. Американо выгонят с нашего берега. Откуда ты достал эти шкурки? Я поймал их. Где ты их поймал? В тундре.
Тундра большая, как море. Ты поймал их в чужом капкане? Он 6 дней лежал в снегу. Его спас русский начальник. Ты, если женщина, молчи. Летет, я возьму Тигрену в свою ярангу. Чарли. О, Райтер. Good morning. Большой торговый день будет. Чарли. Кто сказал один винчестер, одна лиса? А? Ты, а я? Тюленья голова, совсем потерял разум. Покажи, какие у тебя лисы. Хорошие лисы. Бери. Это все тебе. Чарли, это мне не надо. Как не надо? Ты куришь древесную дрянь, тебе не нужен настоящий американский табак? Ружье я хочу, Чарли. Если ты дашь ружье, я возьму Тигрену в свою ярангу. На ружье у тебя не хватит хвостов. Отдай обратно моих лисиц. Кто научил тебя так торговать? Русский начальник учил торговать. Русские танки приехали. Здравствуйте, товарищ. Начальник, ты меня обманул. Что случилось, Ая? Ты сказал, что Чарли даст ружье за шкурки. Он не дал мне. И обманул меня. Подожди, Ая. Здравствуйте. Good morning. Моя фамилия Лось. Я представитель Камчатского революционного комитета. Томпсон. Подданный из Соединенных Штатов. Очень приятно. Жуков. Good morning. Здравствуйте. Как поживаете? Благодарю вас. Очень приятно. Господин Томпсон, скажите, пожалуйста, у вас есть прескурант? Прескурант? Я подданный из Соединенных Штатов и не обязан вам... Но вы находитесь на территории Советской России. Но мои права как иностранца... Ограничены. 2 белых человека, 1 закон. Ничего не будет. Господин Лось, мы среди дикарей не будем ссориться. Господин Томпсон, пока вы здесь, а не в Штатах, вычеркните из вашего лексикона слово «дикарь». Right. Right. Вы можете продолжать торговлю до тех пор, пока не придут советские товары. Да, да. Но мы установим справедливые цены. Да. А пока, я думаю, наглядный прескурант будет для них понятнее, как вы думаете. Да, да. Разрешите? Это ружье стоит $9. Табак 10 центов. Пачка патронов 6 центов. Чайник 50 центов. Эта чернобурая лиса стоит $14. Охотники, вы можете за нее получить все эти товары. И вы, господин Томпсон, получите прибыль. Так будет понятно, как вы думаете, господин Томпсон? Окей. А ты, Андрюша? Окей. Тогда окей. Чарли, отдай моих лисиц. Ты за 2 лисы получишь 2 ружья. Ярак, 2 ружья.
ты говорил, ничего не будет. Ух, какая свадьба будет у Ае. Желаю успеха. До свидания. До свидания. Да, кстати, опустите флаг на фактории. Вы не дипломатический представитель, а фактории не посольство. Над этой страной будет развиваться другой флаг. Охотники, входите. Разве они знают, что такое справедливая цена? Я 20 лет тому назад приехал сюда, нищим, с одним вот этим кайлом. Сотни людей приезжали сюда искать золото. Они так и остались нищими и подохли в нищете. А я 20 лет рискую, я торгую контрабандой. Это входит в цену товара или нет? А я отдаю в долг товары по стойбищам всем, кто захочет. А потом дикари подыхают от эпидемии, мне не с кого получать долги. Это входит в цену товара или нет? Вот увидишь, зверь убежит из тундры, моржи уйдут от берегов, а у тебя они отнимут все, все. Яранги, жен, собак. И ты останешься один и будешь скитаться по тундре. Что же делать, Чарли? Поезжай по стойбищам собирать долги. Угу. И пусть они сдают шкурки по старым ценам. Старым ценам. И расскажи всем, что русские танги несут беду. Несут беду. И скажи своему отцу, чтобы он призвал гнев духов на голову русских. Ах, мой отец сильный шаман. Я тоже сильный. Иди. На земле русских тангов тоже раньше были богатые, как Чарли Алитет. И они все забирали себе, что добывал народ. И народ голодал. И вот тогда пришел Ленин и повел за собой всех бедных охотников, как вы. И Ленин вместе с бедными организовал советы. Новый закон жизни. Вот Ленин, товарищи. Ленин. Ленин. Ленин? Ленин знает про нас. Ленин знает про всех бедных. Пойдем к Алитету. Он все знает. Он друг американо Чарли. А Алитет должно быть очень хороший охотник. Он в море не ходит. Капканы не ставит. А Туматуга тюленя в глаз бьет. А Е на ходу волк убивает. Ничего не понимаю. Таматуги хороший охотник. А Е хороший и справедливый охотник. Тыгрена тоже. Все вы хорошие охотники и ничего не имеете. А Алитет имеет яранги, собак, товары. Как же так? Здравствуй, русский начальник. Здравствуй, Алитет. Ты зачем пришел? А, начальник, зачем ты говоришь с ними? Они бедные охотники. Со мной надо говорить. Я хозяин стойбища. У меня шкурки, клыки, байдара. Я хочу говорить с честными людьми, Алитет. Алитет честный. Я кормлю их, я даю им мясо. Алитет большой торгующий человек. Я богатый. Со мной надо говорить, начальник. А я буду говорить с бедными охотниками. Тогда Алитет сам будет говорить. Иди, Сергей. Ну что же? Туматуге, Канту.
Вам что? Конто. Вольфорген, конто. Камельват, конто. Конто. Ты его кулак отродишь. Кто что? Иди. Иди. Айе, конто. Валь. Со мной говори, русский начальник. Теперь раритет не будет помогать Яранге Вааля. Капканы заберет, и Чарли товары не даст. Ничего, старик, мы вам поможем. Пусть не помогает раритет. Мы сами себе поможем. У меня ружье есть. Я охотник. Верно. Верно, Е. Ты будешь председателем родового совета. Ты пришел, Чарли? Хороший торговый день будет. Много охотников приехали. Ирак. Ты чей работник, Ирак? Твой, Чарли. Кто кормит тебя? Ты, Чарли. Кто дает тебе работу? Ты, Чарль. Так почему же ты ходишь к русским танькам? Что они тебе там говорят? Они охотникам хороший закон привезли. Они добрые. Желтая обезьяна! Сын мой. Да, папа. Как ты вырос? Да, папа. Ты как же сюда пробрался, Фрэнки? Завтра, завтра я все расскажу. А сейчас спать, спать и спать. Нужно прежде всего ликвидировать ту отчужденность и замкнутость окраин, ту патриархальность и некультурность, то недоверие к центру, которые остались на окраинах, как наследие зверской политики царизма. Зверской политики царизма. Чтобы упрочить союз между Центральной Россией и окраинами, нужно ликвидировать это недоверие. Нужно создать атмосферу взаимного понимания и братского доверия. И братского доверия. Вот в чем наша задача, Андрюш. Как будто для нас написал товарищ Сталин. Для всех написал. Эта газета постоянно со мной. А все-таки чукчи замечательный народ. Ты знаешь, они никогда не бьют своих детей. Это считается преступлением. У них всякий, имеющий пищу, обязан поделиться с голодным. Это закон народа. Ты понимаешь, Андрюш, какие это будут красивые люди. Когда мы освободим их от голода, Томпсона, Литета. Когда мы разбудим в них сознание собственной силы. Это самое главное. Разбудить в народе сознание собственной силы. Это прекрасно. А ты почему не спишь? А вы почему не спите? Давай спать. Завтра рано утром поедем по стойбищам. Thank you.
Я хочу говорить с тобой и со всеми честными охотниками с твоими. Хорошо. Веди меня к ним. Охотники ждут тебя. Пойдем, пойдем. Здравствуйте, хозяйки. Хорошая охота была. Здравствуйте. Большое ухо. Охота для них все. Жилище, еда, огонь, одежда. Здравствуй. Спартанец. Охотник. Здравствуйте, охотники. Хорошая улыбка у вас. Я попал ему прямо в глаз. Ты хороший охотник. Ну-ка. И ружье у тебя хорошее. Сколько шкур кто отдал за него Томпсона? Ружье не мое. Ружье Летета. Юнга Летета. Ведь он нас кормит. Он хозяин мяса. Чарли хозяин торговли. Здравствуй, Таматуги! Ты пришел, русский начальник? А, Таматуги, здравствуй. Хорошего Таматуги, Вильбот. Сюда бы наш мотор приспособил. Таматуги не отвернулся. Это Вильбот, а Летета? Бедные охотники на его Вильботе уходят в море. Моржей, а Летет забирает. Это несправедливо, Валь. Охотники пьют моржей. Значит, мясо охотнику за его труд. А вельботы скоро у вас будут. Ты уже не молодой начальник. Смотри, у тебя большая борода. А рассказываешь сказки. Нет, это не сказки. Это ничего. Сказки утешают людей, у которых горе. Когда начнется большая охота, мы поставим мотор на этот вельбот. И все бедные охотники сами будут охотиться. И все мясо будет ваше. Этот новый закон жизни мы привезли с большой земли. Хороший закон. Только Умка не мой. Вельбот не мой. Ружье не мое. Они поехали по стойбищам. Это очень далекий путь, Бог даст, они погибнут по дороге. Русские люди живучи, они сами не погибнут и не уйдут. Им надо помочь. Кто нам поможет, сынок, мы одни в этой пустыне. А, Летет. Что нового, Летет? Плохо, Чарли. Народ радуется. Они говорят, русские таньги привезли хорошую торговлю. Зачем ты Айе давал два ружья? Айе всем говорит... Айе помогает русским. Я не буду больше давать им товаров. Никто меня не заставит давать товары даром. Я закрою торговлю. Я подожгу факторию, к черту. Напрасно, отец. Ты ничего не понимаешь, Фрэнки. Без товаров они проживут, пока не придет русский пароход. А без еды? Без еды человеку жить нельзя. Правильно, Летит. У тебя философский ум. Ой. Скажи мне, кажется, скоро начинается охота на моржей и тюленей? Ага. Скоро, молодой Чарли. Люди будут делать запасы. Желудок, набитый тюленем мясом, огненной водой, веселит человека. А что нужно для охоты? Ружье? Потом. Эй, сынок, у тебя есть голова на плечах? А Летет, хочешь выпить огненной воды? Подожди, Летет. Так не пьют цивилизованные люди.
Вот как надо пить. За Америку. Страну, благословенную небом. Америка! Слушай, летет, ты пригонишь сюда все свои нарты, много нарт, все свои упряжки. Заберешь все мои патроны, 40 ящиков патронов. И спрячешь их так, чтобы никто не узнал, куда. А? Как же люди без патронов, Чарли? Будет большой голод. Ты спрячешь патроны, а когда наступит голод, ты скажешь, что это новая жизнь, которую привезли с собой русские, большевики. И тогда все охотники будут ругать русских. И выгонят их с вашей земли. Я спрячу патрон. Только ты никому не говори, что мы тебе сказали это. Ты же большой торгующий человек. Мы будем как братья. Как братья. А летят все равно, что американ. Чарли, я у старого Каменвата за долги взял тигрену. Я отобрал ее у Аи. Дай мне огненной воды много. Там. У меня будет свадьба. Приезжай, Чарли, на свадьбу. А летит большой торгующий человек. О, какая свадьба будет у летит. Тигрена, зачем приехал Алитет? Он привез свадебный пыжик. Он позабыл закон тундры. Все охотники на побережье знают, что ты моя невеста с детства. Но у нас в Иранке будет голод. Патронов нет. Алитет привез много мяса, много шкур. Он моему отцу Каменовату долги простил. Алитет хитрый. Он хочет тебя украсть, как лису из чужого капкана. Я никогда не буду любить Алитета. Айе, вози меня с собой. Вози меня в свою ярангу. Тигрена! Ой. Айе знает, что надо делать. Много оленей у вас. А сколько голов в твоем стаде? Много. Каждый зуб – две руки оленей. Столько оленей. Много. И чьи же олени? Мои. Все олени твои? Нет. Мои только одна рука оленей. Одна. А че же все стадо? А летит-то? А зачем летит столько оленей? Ведь он живет на берегу моря. А летит-то большой торгующий человек, он продает пыжики. Чарли, американо, Чарли. А ты продаешь пыжик? Нет, у меня только одна рука оленей. Да. Охотники, я хочу рассказать вам о новом законе жизни, который я привез. Я не боюсь бородатого начальника. Я сам начальник. Меня уездный начальник сделал начальником. Он дал мне вот это. Ты что, смотришь как сова?
Разве у Ае ты пила бы чай с сахаром? А у меня ты пьешь чай с сахаром, потому что я алитет, все равно, что американ. Вот. Одень этот керкер из материи. Русский царь подарил мне нож. Вот. Острый. Моржей потрошил. Больше нет. Мяса больше нет. Надо просить алитета. Хорошая огненная вода. Только у Чарли алитета можно выпить такой воды. Подожди, отец. Надо знать, как пить эту воду. Смотри. В Америку. Америка. Америка. Америку. Молодец, летит. Ты стал настоящим янки. Разве вое? Есть такая яранга. Он нищий, худой человек. Зачем он бегал к русским тайнгам жаловаться на Чарли? Что, помогли ему русские? А я забрал у него тыгрену. Все голодают, а у меня еда. Я летит. Какой будет голод. Звери с тундры убежит, моржи уйдут от берегов, а стрелять их будет нечем, нечем. Патронов нет. Голод идет. Заткни ему глотку, отец. А то эта пьяная обезьяна проболтается. О, посмотри, летит, какая у тебя красивая молодая жена. Это красивая жена. Сожги и его самого. Пусть останется только зола. Или потухни. Навсегда. Если бы ты был бы мой огонь, ты бы горел в шатре Ае. Ае! Пусть этот огонь горит в твоей яранге. Ищи в мою ярангу. Я достал упряжку. Hello! Hello!
Вот мы и дома. Да чего хорошо. И ветерок, как на Балтике. Здравствуй, Евтоки! Здорово, Эва! Здравствуй, русский лось! Здравствуй, русский лось! О, молодой охотник. Здорово, приятель. Как дела? Ух ты! Не трогай, русский лось! Выйди! Здесь что-то происходит. Рентео! Почему ты бежишь от меня, Рентео? Уходи, русский начальник. Ты обещал радость, а принес беду. Что случилось, Рентео? Идет голод. У Чарли кончились патроны. Охотники не бьют зверя. Уходи, русский начальник, уходи. Почему ты гонишь меня, Рентео? Я не гоню тебя. Но лучше уходи совсем, а то убьют тебя начальник. А ты не знаешь, какие бывают худые люди. Американцы испортили народ. Посмотри на Алитета. У него глаза, как у волка. Я знаю, ты хороший человек, но лучше уходи. Рентел. Черт возьми! Мы не должны этого допускать. Жук, ты останешься здесь. Как приедет Томпсон, иди к нему и требуй, чтобы он продавал патроны. Хорошо. И не церемонься с ним. Будь ты покойна. А я пойду к старикам. Зачем? Я буду говорить с ними. Пускай идут к богатым и требуют пищи. Это закон народа. И прежде всего нужно тряхнуть Алитета. А если не дадут? Дадут. Андрей. Что случилось, Ира? Мне нужно говорить, молодой начальник. Ну? А то будет худо. Что такое? Патроны спрятаны, но летит. Тише. Скажу последнее слово. Голод пришел в наше стойбище. Я стар. Я всех раньше увидел солнце. Не могу идти на охоту. Я никому не нужный человек. Я не хочу, чтобы сын кормил меня. Он сам бедный, не имеющий жены. Чимкаль, брат мой, теперь я стал для тебя, как дикий олень. Пусть будет радость в моем пологе. Пусть умру от твоей руки. Уходит к верхним людям. Нельзя туда. Альфа! Валь! Валь! Зачем ты лишил меня радости? И помешал уйти к верхним людям. Твой сын плачет, Валь. Зачем ты уходишь к верхним людям, Валь? Новый закон жизни, который я привез, говорит, что старики должны жить. А если они так стары и так больны, что не могут сами ходить на охоту, другие должны кормить стариков.
Я начальник, и законом Ленина запрещаю тебе умирать. Ты, начальник, говоришь худо. Уже поздно. Келя злой дух бродит вокруг. Он слышал мое слово. Если Валь не уйдет к верхним людям, Келя будет мстить ему. Тогда, Келли, пусть твой гнев падет на меня. Это я виноват, что не умер Валь. Я запретил ему умирать. Слышишь, Келли? Вставай, Валь. Надо скорее имя изменить Валю, чтобы Келли не знал. След запутай. А какое мне имя взять? Возьми имя русских тангов. Тогда Келли запутается и потеряет след Валя. Правильно, Валь. Келли не станет искать след русского. А как зовут того, который дал новый закон жизни? Владимир. Владимир. Пусть Валь возьмет себе это имя. Владимир. 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 Ну как, Валь? Взял новое имя. Взял, взял. Валь. 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 Владимир. Ой. Валь. Валь. Владимир. Ой. Валь! Владимир! Ой. Да. Жукова бы сюда. Как теперь жить будем, начальник? У Алитета много мяса. На 2 года хватит. Алитет худой человек. Ему говорят, дай мясо соседу, в Ярангу не дает. Он как зверь. Как зверь. Он забыл закон тундры. Надо идти к Алитету. Хорошо думаешь, Ая. Надо идти к Алитету. Он должен исполнить закон тундры. Русский пароход не пришел? У меня нет патронов. Нет, ты врешь! Врешь! Ты сын волка и собаки. Язык твой говорит наши слова, но русский дух вошел в тебя. Ты вор, Алитет! Я сам видел, как ты собирал песцов из чужих капканов. И твой отец вор. Врешь, Валь! Здесь нет Валь. Здесь есть Владимир. А Валя я тоже знал. Он никогда не врал. Слышишь, Алитет? Народ требует, чтобы ты исполнил закон тундры. Ведь охотники для тебя бьют зверя. Охотников много. Торгующих людей мало. Пусть Алитет торгует. Так сказал ваш Ленин. Это Ленин тебе сказал? Да, нет. С ним говорил мой отец, большой шаман Карауга. Он говорил с ним через солнце. Начальник! Начальник! Там! Жуков! Андрей, что случилось? Помогите мне встать, Никита Ильич. Где Алитет? Где патроны? Где патроны, которые дал тебе спрятать Томпсон?
где патроны летят? Ты спрятал патроны, а? Ты что пристал ко мне, как гнус к оленю? Я тебя кормлю, мышеед! Уходи с моей земли! Давай драться! Пусть дерутся, это закон нашего народа. Я знаю, Владимир. Так все! Ах! Ах! Валю тебя, и тогда разрежу твое лицо. И все будут знать, что ты пошел против своей семьи. А с твоей семьи я летят. Ты зверь? Я кормил тебя. Я тебе дал ружье. Я сделал тебя охотником. А теперь я убью тебя, тварь! Я знаю закон вашего народа. Обиженный всегда дерется с обидчиком. Но ты, Летет, обидел не только одного Таматуги. Ты обидел всех настоящих людей всего побережья. И ты соврал, Летет. И твой отец соврал. Ленин не говорил с вами через солнце. Но про таких, как ты, и про тебя, Летет, Ленин сказал нам, что вы самые хищные, самые грубые насильники, что вы богатеете, когда народ голодает. Куда ты спрятал патроны? Таматуги, надо раздать патроны охотникам. Большая охота будет.
Шелик, там в море ветер разогнал льды. Много воды показалось. На Байдаре трудно. Вельбот, вельбот надо. Ничего, скоро будет. Я научу, сам будешь управлять. Начальник, ты обещал мне и Тегрене дать женитьбенную бумагу. Обязательно. Дана гражданину Айе, сыну Вааля из стойбища Инракинот, и гражданке Тегрене, дочери Каменвата из того же стойбища, что они зарегистрированы в браке, уполномоченном Камчатского губривкома по Чукотскому уезду. Что и удостоверяется. Подпишите, Никита Сергеевич. Это женитьбная бумага. Храни ее, Айе. В ней сказано, что ты Тегрена муж и жена. И никто во всем мире, слышите, никогда не сможет вас разлучить. Вас охраняет закон новой жизни. Великий закон Ленина. Поздравляю тебя. Поздравляю, Айе. Желаю вам счастья. Ты большой шаман, начальник. Ты сделал бумагу с огнем и кровью. Что с тобой, Ричард? Плохо, Чарли. Плохо. Русские танги дали Айе и Тегрене женитьбенную бумагу. Они взяли мой вельбот, дали бедным охотникам. Они ходят охоту в моем вельботе. Плохо, Чарли. Плохо, Ричард. Подожди, отец. Тебя знали на всем побережье, летит. Тебя знали все чукчи в тундре. У тебя были собаки и жены, вельбот и большие стада оленей.
Ты дружил с американцами и сам был как настоящий янки. Ну то ты чё? Ты отбирал у охотников добычу. Соседи боялись тебя, и никто не смел сесть у тебя в пологе, пока не сел ты. Но... Ты был большой торгующий человек, Алитет. И твой отец был большой шаман. Ты был хозяином стойбищ, Алитет. А теперь-то Матуги станет хозяином стойбищ. А я отобрал у тебя жену. Ты как ком снега, русский танк, сжал его в кулаке. И оттуда полилась грязная вода. И все это сделал русский лось. Убить надо. Тогда у нас с тобой, Чарли, опять будет большая торговля. И я возьму Тегрену у Айе обратно. Тегрена и Айе живут в горах в стойбище у Гаймелькота. Гаймелькот? Да, у него. У брата твоей жены Рультаны? Да. А, вот если бы заманить русского лось, Камелькот, горы, я бы там убил его. Хочешь, я тебе устрою встречу с ним в горах? А? Подожди. Рузина! Виски! Отец, поезжай сейчас к Гамилькоту. Туда поехали Тегрена и Айе. Гамилькот будет их прятать, ты расправишься с Гамилькотом и заберешь себе Тегрену. Она все слышала и быстро разнесет эту весть. Это дойдет до русского начальника. Он отправится к Гамилькоту. И вот тогда, может быть, ты с ним встретишься там, в горах. О, Чарли, у тебя большая голова. Американская. Тума. Мы, кажется, сбились с пути. Мы здесь уже были. Мы вернулись на старый след.
А, Алитет. Русский начальник. Дороги нет. Да, блутаем, заблудились. Куда? Я в стойбище, Гамилькотов. А, Гамилькоты. Да, а ты? А? Тоже стойбище. Поедем вместе? Ага, поедем, начальник. Только надо скорей. Через 2 дня реки могут покрыться водой. Тогда до лета останемся в тундре. Ты езжай вперед, начальник. А я буду криком показывать дорогу. Очень хорошо. Лево держи, начальник. Собаки любят забегать вправо, а ты лево держи. Слыхал, куда он едет? Поехали. Лево держи, начальник, лево, лево! Лево! Лево держи, начальник! Твоего рождения я пью за тебя, за твое счастье, за твое будущее, сын мой. Спасибо, папа. Ты всегда был прекрасным мальчиком, Франки. Я по вечерам любил тебе рассказывать сказки. А ты их любил слушать. И всегда засыпал у меня на коленях. Да-да. Отец, хочешь, тебе тоже расскажу сказку, которую мне дали прочесть, когда посылали сюда? Есть великан. Он такой же великан, как и все великаны в сказках. Только он из золота. Чистого золота и редких металлов. И в венах его течет тоже золото. Черное золото, отец. Нефть. Разлегся так, что тело его занимает треть земного шара. Такой-то большой великан. Голова его Аляска, грудь, брюхо и ноги здесь, в России. Но голова его уже пуста, на Аляске ничего не осталось. Золото и нефть здесь, на Чукотке и дальше на запад, по берегу Ледовитого океана. Но его стерегут в юге большевики. Америке нужно золото и нефть, отец. Если русские хотят, мы можем отдать им немытых чукчей. Но тело великана должно принадлежать нам. Вот когда великан будет принадлежать Америке, ты вложишь все свои деньги, и мы начнем разработки. Видишь ли, Фрэнки, когда родители передают наследство детям до своей смерти, они умирают в наследственном доме. Я тебе не дам денег. Да. Иначе ты не вернешься в Штаты. Мне говорили, старик, что ты великий грешник, что у тебя есть счеты с полицией. Смотри, я могу проболтаться.
Твое здоровье. Чем ты стал председателем? Не надо нам председатель, не надо советы. Люди жили и умирали без них. Что же делать, Алитет? Где бумажка, которую тебе дал бородатый начальник? Где бумажка, председатель? Из рук. Перестань быть председателем, а бумажку сожги. Таматуге! 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 Русский начальник не вернулся. Искать надо. Таматуге больше не председатель. Он сжег бумагу бородатого начальника. Эх ты, неразумный тюлень. Русский начальник не умрет. Едем в тундру, пусть весь совет едет. Сентименты. Не за этим сюда приехал. Почему? Слушай. Нам нельзя ссориться. Америка по ту сторону пролива. И мы здесь одни. И мы не должны допустить, чтобы русские укрепились здесь. Нет. Ну что по сравнению с этим наши мелкие обиды? Смерть русского – это только начало. Выпьем за покойника. Выпьем, сынок. Выпьем. И Господь да успокоит его в лоне своем. Амен. Орайта! Что случилось, Алитет?
Я на собаках ехал много стойбищ, говорил шаманами. Шаманы говорили охотниками. Все знают, русский начальник ушел верхним людям. Все охотники придут обратно тебе, Чарли. Опять будет хорошая торговля. All right. Пусть придут. Мы сведем с ними счет, папа. Верно, сынок. Вы хотели справедливых цен, господин Лось. Русский начальник. Андрюша, расскажи, что на дворе. Весна, Никита Сергеевич, весна! Начинать торговлю. Каждому торгующему я сегодня дам в подарок по пачке табаку. Почему молчите? А? Вас перережут как скот. Вы не смеете меня трогать! Чего ты кричишь, как раненый морж, а? Зачем пришли? Язычники. Свиньи, в которых вселился бес, я вас кормлю! Я 20 лет живу в этой проклятой мерзлой пустыне! Что вы хотите? Что? Что вы хотите? Не кричи, Чарли. Ты нас не кормишь, мы сами себя кормим. Мы охотники. Да, наша земля холодная, но мы ее к сердцу приложим, согреем. И для нас она очень теплая, теплая. Это наша земля, Чарли. Мы ее любим. А ты уходи с нашей земли. У нас есть новый закон жизни. Надо немедленно уходить. Скоро придет русский пароход, тогда уже будет поздно. Слышишь? Чарли! Чарли! Чарли!
Заводи мотор. Чарли! 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 Я тоже! Мерик! Мерик! Чарли! Я Америка! Алитет! Америка! Чарли! Чарли! Америка! Алитет! Тоже Америка! Здорово кричал, Борис. Мы все знаем про Летета. Он ушел в далекие стойбище. Неправду говорить о новом законе, а тебе. Погоди, Владимир будет говорить. Много тангов у нас бывало. А что хочется нашему сердцу, не могли понять. А ты, бородатый начальник, понимаешь. Ты недавно пришел на нашу землю, а много нашим людям принес. Народ говорит, что ты помогаешь нам жить. Начальник! Начальник! Там далеко. Дым! Пароход! Пароход! Осторожней, осторожней, здесь ломкие, хрупкие вещи. Осторожней. Давайте следующий. Осторожней. Начальник, осторожней. Я буду ходить на этом вельботе. Хорошо. Вижу, у вас здесь много друзей. Во. Эй, там Матуга! Это Фартус Тигрена. Давай. А? Мотор очень простой. Вот здесь образуется сила, которая делает свет, как солнце. Как в сказке. Я раньше тоже думал, что русские рассказывают сказки. Нет, я всех раньше увидел солнце. Я мало понимал, теперь я много понимаю. Ты хороший закон привез, начальник.